Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о таком полезном и питательном продукте, как стручковая фасоль. Это разновидность фасоли, которая, в отличие от зерновой фасоли, имеет форму вытянутого стручка с семенами внутри. Употребляется такая фасоль вместе со стручками, в которых и находится самое большое количество полезных и питательных веществ. Так же, как и зерновая, стручковая фасоль содержит в себе большое количество микроэлементов, так необходимых нашему организму. Например, в ней содержится большое количество калия, кальция, магния, железа и жизненно необходимых аминокислот. Стручковая фасоль продается в свежем, замороженном и консервированном виде. Ее плоды должны быть длинные, упругие, но достаточно гибкие при этом. При разламывании должен раздаться звонкий щелчок. Свежая стручковая фасоль хранится не больше недели, поэтому будьте осторожны и обратите свое внимание на ее свежесть. Ни в коем случае нельзя употреблять стручковую фасоль в сыром виде, потому что в ней содержится такое вещество, как фиазин, способное оказать отравляющее действие на наш организм. Обязательно поддавайте стручковую фасоль термической обработке, чтобы избавиться от этого ядовитого вещества. Например, вы можете взять и бросить фасоль в кипящую воду до 5 минут. Таким образом, вы сможете использовать ее в дальнейшем и как гарнир, и как компонент салата. Как показывают исследования, регулярное употребление стручковой фасоли в вашем рационе способно сократить частоту возникновения мигрени, а также улучшает репродуктивную функцию человека. Прислушивайтесь к нашим советам и помните, быть здоровым очень просто. До новых встреч!